25 октября школьники встретились с капитаном-лейтенантом морского флота Геннадием Авдюшиным, первостроителем Николаем Глазьевым и учительницей начальных классов Надеждой Сметаниной. Созидатели рассказали ребятам о строительстве Смоленской атомной станции и нашего города. Каждый из них вспомнил свой первый приезд в Десногорск. Строительство Десногорска и основных объектов велось круглосуточно, в три смены. Была построена железная дорога перед этим, потом домостроительный комбинат, где начались железобетонные отливки. Из этих отливок потом собирали дома. Вот так начиналось строительство первого микрорайона. Люди прибывали. Это была всесоюзная ударная комсомольская стройка. Я в этом городе живу 28 лет. Когда я приехала сюда, построили нашу четвертую школу. То есть я работаю в этой школе, вот со дня ее открытия. Николай Глазьев рассказал детям о строительстве нашего собора в центре города, а также дал некоторые советы ребятам на будущее. В 2005 году мы начали строить его, в 2010 закончили строить храм. 2,5 миллиона кирпича было уложено, порядка 94 кубов бетона. Металл конструкции уложено около 40 тонн туда было. И мрамора гранита за 1000 квадратных метров. Строить это так было интересно. Каждый из созидателей отметил, что такие встречи должны быть регулярными. Нужно рассказывать детям максимально, чтобы они знали, как это все было. Придет время, они должны будут заменить нас. И чтобы они нас не подвели, чтобы делали дело еще лучше, чем мы. Задача таких встреч состоит в том, чтобы передать молодому поколению живые знания и опыт старших, привить уважение к ним, а также воспитать молодежь в духе верности Отечеству.